На месте этих раскопок буквально несколько месяцев назад стояли гаражи. Теперь их сносят, потому что хотят пустить здесь нормальный общественный транспорт. Неожиданно благое начинание превратилось в большую проблему для владельцев боксов и для чиновников. Мы просим документы, которые подтверждают, на основании чего сносят эти гаражи. У нас есть вот кое-какие, но они неправдоподобные. Здесь ни печати, ничего нет. Они объявления эти вешают ночью, когда никого нет. Ночью повесят. И все. Утром приходит человек за машиной, висит. Так вы прочитайте, что написано. Срочно убрать. Срочно. Эти люди встали на защиту своих гаражей. Их главный аргумент – боксы стоят на этом месте 26 лет. К тому же на земле Лямберского района. Поэтому власти Саранска не имеют права их трогать. Владельцы считают действия муниципалитета незаконными. У Александра Кострюкова тоже пытались увести гараж. И у мужчины возникли претензии к подрядной организации. Утром выехал на машине. Они подняли, посмотрели, что там лежит, и все. А что они гаражи вскрывают, и что там лежит, они все собирают и на металлом все сдают. Чтобы решить конфликт с владельцами гаражей, на улицу Солнечная приехали районные чиновники. Руководители пролетарской администрации пытались разъяснить людям, что убирать металлические боксы и капитальные строения будут, несмотря ни на что. Это необходимо сделать, говорят, чтобы расширить дорогу и обеспечить большой микрорайон полноценным общественным транспортом. Сейчас ведется узаканивание земельных участков на отведение. По генплану это городской округ Саранск. Сейчас отчуждение от Лямберской территории будет. То есть мы идем навстречу людям, которые к нам обращаются для их удобства. То есть часть гаражей, половина гаражей уже снесено, и претензий таких больших не было. Ни один гараж здесь практически не имеет узаконенных документов. Вот. С людьми мы будем обговаривать места, куда будем переносить их гаражи. Те места, где будут более удобны для них. Вопрос в ближайшее время мы с ними урегулируем. Но разгневанные владельцы гаражей ничего не хотят слышать. Они привыкли, что металлические боксы десятилетиями стоят именно здесь. И куда им теперь уходить? Гараж на платную площадку убирать. Это что, автомобиль, нарушили еще? На автомобиль можно поставить в случае нарушения, ГАИ поставили. А как гараж на платную стоянку? Это вообще сплошные нарушения. Понятно. У людей кровь пьют и вот все. Именно, с апреля месяца. Хозяева металлических боксов категорически не хотят сдавать своих боевых позиций. Тем не менее, вопрос «гаражи или дорога» закрыт. Движение общественного транспорта по улице Солнечная в Саранске пустят. Осталось только найти компромисс с владельцами металлических конструкций. Людмила Кусерова, Сергей Бебинов. Наши новости.